Ну а сейчас давайте полюбуемся на самого милого робота на свете. Он доказал всем, и бездушный, у машины на первый взгляд есть чувства. Но, по крайней мере, он умеет обижаться. Девушка не отдавала робота его любимую игрушку, и реакция машины растрогала пользователей интернета до глубины души. Надо отдать роботу должное, долго он обижаться не мог. Когда ему все же отдали его игрушку, он обрадовался, ну, прямо как ребенок. Так что не обижайте роботов, у них тоже есть сердце, пусть и железное.